Друзья, всем привет! В этом видео покажу варианты ремешков для Mi Band 4, которые называются «Миланская петля» со стильным металлическим плетением. Есть два варианта. Первый вариант с механической застежкой, которую можно регулировать. Доступны три цвета. Это металлический серебряный цвет, розовый и черный. Посмотрим на видео. Вот так вот он выглядит. Вот таким вот образом он застегивается и вставляется сама капсула Mi Band 4. Вот так это симпатично выглядит. Давайте рассмотрим второй вариант. Это с магнитной застежкой, которая магнитится к самому браслету. Тут также три цвета. Черный, серебристый и розовый. Посмотрим на видео. Вставляем капсулу. И вот таким вот образом мы регулируем, одеваем на руку и остается зафиксировать магнит в нужном положении. Давайте перейдем на продавца и смотрим. Смотрите, если мы наведем на черный цвет, здесь написано Style 2. И на фото мы видим, что это вариант идет на магните. Пройдемся давайте по цветам. Розовый тоже на магните Style 2 и серебристый также на магните. Ну а далее, смотрите, на фото наводим Style 1 Black. И здесь мы по фото уже видим, что этот вариант уже с застежкой. Также розовый и также серебристый. Ссылку я оставлю на продавца в описании под этим видео. Если видео было полезно, не забудьте поставить лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!